Доброго дня вам, мої дорогі глядачі! З вами Тетяна, я з України. Сьогодні я вам покажу, що було куплено сьогодні четвер, і у нас скидки в магазинах. Так що давайте почнемо. Покажу, що ж ми таке купили. Ось така олія для смаження написана, соняшникова, домашній кошик. Вона мені подобається, вона не для смаження, це першого отжиму, не рафінована олія, і я її беру для салату. Для смаження вона не годиться, бо для смаження потрібна рафінована олія. Вкусна олія, беру не перший раз. Також масло вершкове. Зараз на скидці воно. Масло вологодське. Вісімдесят 2,5%. Ось таке. Зроблена десь в Івано-Франківській області. І зараз воно коштує 48,90 за одну пачку. В пачці 200 грам. Зроблена по ГОСТу. Ніколи таке масло не брала, але воно зараз на скидці. І взяла, буду пробувати. Конечно же, купили хлеб Джавелин. Этот хлеб печет магазин Варус, у них там своя пекарня. 39,90 за килограмм такого хлеба. И моя булка стоит 14,92 гривен. Также в Варусе купили пряники. Пряники с начинкой. 64,90 стоит килограмм таких пряников. Внутри там повидло. Вкусные пряники. Фирма Выгода их делает. Так что, кто не пробовал, идите, купите немножко, попробуйте. Вкусные пряники к чаю очень даже подходят. Сейчас в Варусе скидки на куриное мясо фирмы «Наша ряба». Купили вот такие бедрышки куриные. 106,90 гривен за килограмм. Ну, в общем, купили 3 упаковки. Пригодится. И все 3 упаковки мне стоят 199,37 гривен. Вот такая наша ряба со скидкой. Цена неплохая. Так что, кому нужно куриное мясо, можно пойти в Варус и купить. Еще один чек из Варуса. Покажу вам. Пряники, масло вологодское, олия. Все это мне стоило 235,19 гривен. И, конечно, зашли в магазин АТБ. Купили крупу ячневую. Здесь 1 килограмм крупы стоит 12,30 за 1 килограмм. Купили 2 килограмма. Нам пригодится. Может быть, сами будем есть такую кашу. Но у нас еще есть собаки, которые тоже хотят кушать. Вот еще такой хлеб купили. Хлеб на хмелю. Здесь 0,5 килограмма в булке. Хлеб нарезной, серый. И стоит такая булочка 16,30 за 500 грамм. Ну, хлеб вкусный, мне нравится, особенно когда он свежий.
И еще один хлеб. Армянский лаваш тонкий, 230 грамм. Стоит такой лаваш 14 гривен 90 копеек за такую упаковку. Сметана. Сметана 20%. Здесь 400 грамм в упаковке. Что-то эта сметана подорожала. Я брала, она стоила 32 гривны с копейками, а теперь она уже стоит 34 гривны и 80 копеек. Ну, сметана подорожала. Говорят, что будут молочные продукты дорожать. Как видим, это уже происходит. Чеки ВТБ такие вот мелкие-мелкие. Ну, покажу вам. Моя покупка стоила 90 гривен 60 копеек. Вот такие покупки из магазина, из АТБ и из Варуса. А теперь немножко я вам покажу овощи, почем у нас сейчас овощи. Ну и немножко купили овощей. Вот что у нас сейчас еще продается. Ну, конечно, еще помидоры продаются, но помидоры у нас еще есть. Поэтому сегодня мы купили баклажаны. В Украине говорят на них синенькие. Вот такие они. Стоят они сейчас 65 гривен за килограмм. Мы купили килограмм. Сладкий перец. Перец такой симпатичный перец. 45 гривен за килограмм. Цена, по-моему, неплохая. Ну и огурчики. Огурчики тоже 45 гривен за килограмм. И также купили зелень. Зелень — это укроп. Укроп 170 гривен за килограмм. Мы купили 240 грамм. Хотим немножко порезать и заморозить на зиму. Мы уже так делали, но купили еще немножко. Замороженная зелень зимой очень даже пригодится. Я раньше не морозила зелень, как бы сушила ее, но потом стала морозить, и мороженая зелень мне стала нравиться больше. Так что буду морозить зелень. Напишите мне в комментариях, вы морозите зелень на зиму или нет, или сушите, или, может быть, как-то солью перетираете. Напишите мне в комментариях, мне очень интересно ваше мнение. Вот такие у нас сегодня цены. Так что напишите мне в комментариях, какие у вас цены. Дорожают ли у вас молочные продукты? У нас дорожают. Боюсь, что алия тоже будет дорожать. Говорят, в этом году не урожай подсолнечника. Так что я думаю, что нужно алию покупать, кто любит использовать алию. Нужно покупать. Но это лично мое мнение. А там смотрите сами. Итак, сегодня с вами была Татьяна. Всем пока-пока. До новых встреч на моем канале.